Когда я был еще совсем маленьким мальчиком и смотрел всякие видосики о том, как народ лазит на эту самую вышку, я дико офигевал и тоже так хотел. Но я был дико маленький и не смог себе этого позволить. Вот. Сейчас же, за 2 месяца до того, как ее снесут, я здесь. Опять зимой, как в прошлый раз. Ну, в прошлый раз была другая вышка, пониже, естественно. Просто, видимо, это уже входит в традицию каждую зиму залезать куда-нибудь на высоту. В общем, в связи с печальными новостями, касающимися этой вышки, сегодня у нас небольшое паломничество в виде одинокой дамы, которая вот там вот лезет, и группы молодых людей. Вот, так что сегодня здесь многолюдно. И я так думаю, еще кто-нибудь придет, приедет. Вот так выглядят перила и ступени первой площадки полностью обледеневшей заброшенной телевышки. А лезть еще до хренища. Это только первая площадка. Сколько их будет? Вы только гляньте. У меня полностью примерзают перчатки, когда вот так вот хватаешься. Перчатки мокрые, липнут. Из-за этого немного труднее лезть. Ребята нас догоняют. А мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы нас кто-то обогнал. Сегодня мы первые и первыми останемся. Еще одна площадка. Все лицо замерзло уже. Когда лезешь по этим лестницам, задеваешь очень много вот этой вот этого инея, и оно летит в лицо с помощью ветра. Вообще забавное такое ощущение. Такие белоснежные чистые коридоры. В конце вот видно люди. И вот когда задеваешь случайно немножко вот такого инея, видишь, как он летит вниз, задевает еще, те откалываются, задевает еще, и уже тысячи маленьких кристаллообразных тел исчезают где-то внизу. Вообще здесь обледенело все до такой степени, что кажется, что я нахожусь в какой-то поднебесной арктической станции. И глядя на то, что здесь происходит, уже кажется, что мир никогда не будет прежним. Все-таки останется заледеневшим, таким колючим, холодным. Прекрасные виды открываются с середины башни. Хотя что-то мне подсказывает, что это даже еще не середина. Ну, приблизительно вот такие вот виды посередке. Дальше еще ползти и ползти. Я не представляю, сколько метров я уже преодолел. Я, кстати, ползу первым. Там, кстати, прибыла еще партия из 3 человек. Это настоящая высотная гонка. Кто же сегодня окажется первым на вершине? Что-то мне подсказывает, что это буду я со своим друганом. Вот. А все остальные просто и все. Кстати, сразу же хочу дико извиниться за то, что, скорее всего, на записи будет слышно много шума ветра. Я всегда был за сырой материал, то есть как вот ветер шумит, как там все записывается, так я и выкладываю. Никогда ничего не исправляю, не чищу. Я считаю это ненужным. Такая у меня философия, короче. Это не потому, что я не умею, я умею, но у меня такая философия. Это когда начинаешь чистить шумы и все такое, ты как будто стыдишься чего-то и сглаживаешь свои косяки. Я ничего не стыжусь в данный момент и не считаю свое приключение каким-то косяком. Так что полезли выше. Обледенение все сильнее и сильнее себя проявляет. С какой-то стороны даже так можно посмотреть, как будто это глубоководные какие-то кораллы прибили. Сваи каких-нибудь пристань или нефтяных станций. Фух. Ах да, совсем забыл, зачем же я камеру включу. Судя по белизне, которая появляется, либо сейчас будет очень херовая погода наверху, либо погода будет такая же, но мы окажемся вот в этом молоке. То есть практически ничего не будет видно. В этом, конечно, есть своя прелесть, но я хотел бы немножко ясности там наверху. Высота пока что такая. Лезть еще, ну, в принципе, не так много. Можно сказать, что
приблизительно 300 метров уже преодолены. Осталось еще приблизительно 30 метров до верхней площадки и еще 20 метров на самый пик антенны. В общем, у меня опять замерзли руки, так что полезли вверх. Достал я, наверное, уже с этой фразой, полезли вверх. Так что полезли вверх. Ну что я могу сказать? Первая высота взята. Осталось совсем немножко, но уже чувствую себя властелином мира. Это нереально. Я дико устал, забились руки. Ой, ёшкин кот. Все вечно к чему-то примерзает. Просто супер. Супер мега круто. На ветру вышка слегка покачивается, слегка, но это практически неощутимо, не страшно. Ну вот и все, выше этой точки быть уже не может. Самая высокая точка самого высокого заброшенного объекта Российской Федерации. Вот там уже люди на площадке. Здесь на ветру уже более ощутимо чувствуется покачивание вышки. Вот, кстати, вот так выглядит лестница в этот шпиль. Конечно, можно залезть еще выше. Посмотрим, хватит ли у меня на это смелости. Перестрелка котиками. Сбылась моя давняя детская мечта. Я успел это сделать. О, сейчас, кажется, будет заключительный этап руфинга. Вон он стоит. Один порыв ветра или обломится что-то ледяное под его ногами, и все, нет человека. Поэтому вот так, дети, делать не стоит. Мы же с вами адекватные ребята. 350 метров. Офигеть. Можно подумать, что я практически в облаках, потому что вот как бы вот так все здесь выглядит. То есть еще бы метров 100 и было бы бесконечное молоко. Но нам повезло, и вся эта белизна вниз не опустилась. То есть хорошая видимость. Опять же, везде все обледенело. В принципе, раз я уже достиг наивысшей точки, то по мере спускания можно будет как-нибудь побаловаться, что-нибудь поделать, ну или просто поснимать какие-нибудь виды, попробовать как-нибудь красиво снять обледенение вот это, потому что это просто божественные штуки. Вот. Ну а так, собственно, на этом весь объект заканчивается. Не заканчивается.
На ветру уже обледенел объектив, но как бы не страшно. Народец. Чего? Ну-ка, камеру глянь. Гляжу. Ты типа меня фоткаешь? Селфи? Да. Селфи! Селфи! Все проблемы человечества из-за селфи. Ага. Вот такого селфи! Интересно, вот эта маленькая писька, на которую я залез, это в... Входит в 350 метров или это 352 метра уже? 351,5. Тебе завидно? Ну вот и закончилась эпопея с покорением этой вышки. Мы повесили флаг и начинаем потихоньку слезать. Я так долго ждал этого момента, что не хочется покидать это место. Хочется просто ходить и снимать все, что здесь происходит. Цепляться за каждую мелочь. Я искренне замерз. Хотя нет, я хотел сказать, я искренне рад, что я покорил эту вершину. Мы на земле, спустились. На этой вышке в общей сложности мы провели 3 часа.
это был ад. Особенно путь наверх, я лез первым. И все снежные иглы, к которым я прикасался, летели мне в лицо. Половину пути я преодолел вслепую, вот так зажмурившись. Все вот это вот летит. Шарф, намотанный на лицо, не помогает. В объектив вечно попадает снег, он запотевает и мерзнет. Но я рад, что я там побывал. Не забуду это место никогда. Я думаю, как и многие, кто там побывал. Ой, какая мазня получается. Ай, ладно, и хрен с ним. Все, что нужно было снять, я уже снял. Вот, собственно, и все. Пока. В общем, в связи с печальными новостями, касающимися этой вышки, сегодня у нас небольшое паломничество в виде одинокой дамы, которая вот там вот лезет, и группы молодых людей. Вот, так что сегодня здесь многолюдно. И я так думаю, еще кто-нибудь придет, приедет. Вот так выглядят перила и ступени первой площадки полностью обледеневшей заброшенной телевышки. А лезть еще до хренища. Это только первая площадка. А сколько их будет? Вы только гляньте. У меня полностью примерзают перчатки, когда вот так вот хватаешься. Перчатки мокрые, липнут. Из-за этого немного труднее лезть. Ребята нас догоняют. А мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы нас кто-то обогнал. Сегодня мы первые. И первыми останемся. Еще одна площадка. Все лицо замерзло уже. Когда лезешь по этим лестницам, задеваешь очень много вот этой вот, вот этого инея, и оно летит в лицо с помощью ветра. Вообще забавное такое ощущение. Такие белоснежные чистые коридоры не будет видно. В этом, конечно, есть своя прелесть, но я хотел бы немножко ясности там наверху. Высота пока что такая. Лезть еще, ну, в принципе, не так много. Можно сказать, что приблизительно 300 метров уже преодолены. Осталось еще приблизительно 30 метров до верхней площадки и еще 20 метров на самый пик антенны. В общем, у меня опять замерзли руки, так что полезли вверх. Достал я, наверное, уже с этой фразой, полезли вверх. Так что, полезли вверх. Ну что я могу сказать? Первая высота взята. Осталось совсем немножко, но уже чувствую себя властелином мира. Фух. Это нереально. Я дико устал, забились руки. Ой, ёшкин кот. Все вечно к чему-то примерзает. Просто супер. Супер мега круто. И все. Кстати, сразу хочу дико извиниться за то, что, скорее всего, на записи будет слышно много шума ветра. Я всегда был за сырой материал. То есть, как вот ветер шумит, как там все записывается, так я и выкладываю. Никогда ничего не исправляю, не чищу. Я считаю это ненужным. Такая у меня философия, короче. Это не потому, что я не умею, я умею, но у меня такая философия. Это когда начинаешь чистить шумы и все такое, ты как будто стыдишься чего-то и сглаживаешь свои косяки. Я ничего не стыжусь в данный момент и не считаю свое приключение каким-то косяком. Так что полезли выше. Обледенение все сильнее и сильнее себя проявляет. С какой-то стороны даже так можно посмотреть, как будто это глубоководные какие-то кораллы облепили сваи каких-нибудь пристань или нефтяных станций. Фух. Ах да, совсем забыл, зачем же я камеру включил. Судя по белизне, которая появляется,
либо сейчас будет очень херовая погода наверху, либо погода будет такая же, но мы окажемся вот в этом молоке. То есть практически ничего. Когда я был еще совсем маленьким мальчиком и смотрел всякие видосики о том, как народ лазит на эту самую вышку, я дико офигевал и тоже так хотел. Но я был дико маленький и не смог себе этого позволить. Вот. Сейчас же, за 2 месяца до того, как ее снесут, я здесь. Опять зимой, как в прошлый раз. Ну, в прошлый раз была другая вышка, пониже, естественно. Просто, видимо, это уже входит в традицию каждую зиму залезать куда-нибудь на высоту. Там в конце вот видно люди. И вот когда задеваешь случайно немножко вот такого инея, видишь, как он летит вниз, задевает еще, те откалываются, задевают еще, и уже тысячи маленьких кристаллообразных тел исчезают где-то внизу. Вообще здесь обледенело все и до такой степени, что кажется, что я нахожусь в какой-то поднебесной арктической станции. И, глядя на то, что здесь происходит, уже кажется, что мир никогда не будет прежним. Все-таки останется заледеневшим, таким колючим, холодным. Прекрасные виды открываются с середины башни. Хотя что-то мне подсказывает, что это даже еще не середина. Ну, приблизительно вот такие вот виды посередке. Дальше еще ползти и ползти. Я не представляю, сколько метров я уже преодолел. Я, кстати, ползу первым. Там, кстати, прибыла еще партия из 3 человек. Это настоящая высотная гонка. Кто же сегодня окажется первым на вершине? Что-то мне подсказывает, что это буду я со своим друганом. Вот. А все остальные просто...